Привет. Еще одну ночь погоди, верно? Сегодня мы добавили одного робота. Двух. Нет, одного. Короче, посмотри на это сам. Метровую собаку на бутоге, а его наручную куклу, да, это наручную куклу, Дон-Дон. Винус, я не знаю, кто придумывал эти имена. В общем, доги в основном тусуются на камерах 1 или 4, потому что эти комнаты ближе всего к вентиляции. Зачем, спросишь ты? Нет, не спросишь, потому что тебя динамит сломан. Ну ладно, я все равно скажу. Сам Доги тебя трогать не будет, он попросит Дон-Дона сделать это. Если Доги говорит, чтобы тот шел к тебе через ближайшую вентиляцию, то он пойдет через, как ты думаешь, ближайшую к Доги вентиляцию. А если хочет устроить сюрприз, то через дальний. Закрывай ту вентиляцию, в которой Дон-Дон. Если сомневаешься в его местоположении, посмотри по камерам вентиляции 2 или 4. Кстати, интересный факт. Доги с Дон-Доном были сделаны для вступления на сцене. Это подтверждает их размеры и то, что детям с этой ересью не так играть. Ладно, удачи тебе и пока. Дон-Дон, выберись к нему через ближайшую вентиляцию и надери жопу! Thank you.
Thank you.